Чтобы не пропустить новое видео, подпишись на мой канал. Итак, народ, всем привет. Сегодня ко мне на обзор попал BlackBerry 99.00. Моделька очень хорошая. Так, информация телефона. Так, сейчас мы будем смотреть, что там у нас в коробке. Это значит телефон. Такая штучка. Мануалы всяческие тут должны быть. Коробочки у меня тут и есть. Не переходим. Так, что у нас тут еще? О, даже чехол положили. Круто. Так, здесь чего у нас? А здесь у нас детский класс. Тут у нас наушники. Разъемники вот это, наверное, как обычные. Тут USB кабель. И зарядка. Коробочка задней части. На всяческих языках написано. Так, ну, соответственно, сам телефон. Ну, телефон, конечно, просто супер. Посмотрим, тут конечно реально крутой. Рамка у него металлическая. Если не так, разъем micro USB 3,5 мм. Задняя крышечка под карбон сделана, она так красиво переливается, так не видно, правда, через камеру плохо, но она переливается. У нее еще пленка есть. Телефон, конечно, выглядит супер. Все-таки громкости. Это, я понимаю, под это, под камеру кнопочка. Здесь он так выпакивается у нас. И, кстати, он еще даже сенсорный. Еще вообще супер. Кнопочка. Кьюртик этого. Тут у него все устроено. Необычный аппарат, эта кнопка тоже сенсорная. Конечно. Классный аппаратик вообще по ощущениям. В руке лежит просто супер. Wi-Fi есть, Bluetooth есть, ну в общем все как положено для современного смартфона. Я успел даже пофотографировать. Здесь немножко. Фотографии снимать хорошие. Очень даже неплохо. Процессор, по-моему, этого аппарата 1,4 МГц. То ли 5, то ли 8 мегапикселей камеры, точно не помню, очень светло. Фотографии делаю, кстати, хорошие. Конечно, приятное впечатление от этого аппарата. Телефончик просто бомба. Так, сейчас мы проверим кнопочку для камеры. Вот это. Да, аппарат, конечно, хороший. Батарейка, когда он так включается, еще тоже, кстати, я сразу понял, что он делает.
Screen and keypad. Unlock it. То надо здесь нажимать вот эту вот кнопочку. Разблокировался. Это, давайте, хороший. Так, крышечка. Батарейка. Вспышечка есть. Все как положено. Так, заглянем под крышечку, под батареечку. Глянем информацию на самом телефоне. Вот. Так, аппаратик, конечно, с выпуски. По 12-бальной шкале я ему дам только твердую десяточку, 10,5 баллов. Это точно. Этот телефон вполне заслуживает эту оценку, потому что внешний вид реально солидный, красивый. Очень хорошо. Ну так, всем спасибо. До свидания. Понравилось видео? Ставь палец вверх и подписывайся на канал. We'll be right back.